Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о любви. И я хочу прочитать из первого послания Иоанна, 2 глава, 15 стих. Смотрите, Иоанн говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отца». Знаете, Бог, Он ревнитель. Он ревнует. Библия говорит, что до ревности любит дух, живущий внутри нас. И Господь, Он не хочет разделить тебя с кем бы то ни было, особенно с миром. Дальше Иоанн пишет, что все, что в мире, 16 стих, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Мир буквально полностью пропитан тремя этими вещами. Гордостью, суетой и похотью. Когда мы любим эти вещи больше, чем Бога, мы не можем утверждать, что мы любим нашего Отца. Когда мы любим мир, мы ненавидим Отца. Когда мы любим нашего Небесного Отца, мы ненавидим гордое, похотливое и суетливое. Нам хочется проводить с Ним время. И вы знаете, когда Отец отдавал своего Сына, Он понимал, что трудно будет оторвать человека, вырвать его из этой грязи, цепкой, липкой грязи мира, и еще более трудно будет отмыть его потом от этого. Мы настолько бываем прилепившимися к этому, что просто иногда другой жизни себе не представляем. Итак, если вы хотите, чтобы ваша любовь, она была по-настоящему чистой, святой, вам необходимо очиститься от похоти, вам необходимо избавиться от гордости, и вам необходимо выйти из состояния суеты. И тогда Божья любовь, она будет постоянно наполнять ваше сердце. Вы будете не просто знать или верить в то, что Бог вас любит, но вы будете переживать эту любовь.